Утро, Карачаево-Черкесия, приветствует вас. Если высокая и яркая радуга в этот день к хорошей погоде, низкая и бледная к ненастью. О погоде чуть позже, а сейчас о новостях сегодняшнего дня. В Хабезе продолжает возводиться современный объект образования – новое здание лицея-интерната имени Екатерины Хапсироковой. На сегодня готов каркас трехэтажного здания площадью более 6000 квадратных метров. На днях приступят к монтажу внутренних перегородок и укладки кровли. В лицее-интернате имени Екатерины Хапсироковой проходит обучение с 8 по 11 классы по химико-биологическому, физико-математическому и гуманитарному профилям. Строительство нового здания стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Образование». В концертном зале детской школы искусств номер 2 «Черкесска» состоялся отчетный концерт. Там побывала Альбина Ламкова. Детки подготовлены очень хорошо, потому что прошли академические концерты у нас и выбраны самые лучшие номера на это мероприятие. Отчетный концерт состоялся в рамках года семьи. Участвовало в нем 25 учащихся, по несколько человек от класса, говорит Людмила Тупикина. Она работает в детской школе искусств со дня ее основания и считает, что одной из причин для обучения игры на фортепиано – это все же желание ребенка. Действительно, преподаватель – тот человек, который открывает двери в мир настоящей музыки. Формирование и развитие интереса к музыкальным занятиям являются одной из главных задач в работе преподавателя фортепиано. Пиано, говорит Людмила Евгеньевна. Ну, во-первых, желание самого ребенка. Ну и, естественно, это желание должны поддерживать родители. Когда у детей есть поддержка, тогда у нас получается все хорошо. На концерте прозвучали произведения композиторов разных эпох. Зрители активно поддерживали участников. Радость и приподнятое настроение объединяло нарядных исполнителей и всех собравшихся в зале. Я услышал произведение «Бетховенной коллизии» и сам захотел пойти и попросил родителей. Я люблю играть на фортепиано, потому что это облегчение души. Когда сажусь, то становится легче. Вот без музыки, мне кажется, я бы жить просто не смогла. Музыка живет в каждом человеке. Вообще публичные выступления очень сильно пугали, боялась публики. После пару раз очень привыкла к этому. Мне нравятся аплодисменты, вот поддержка. Люблю произведение Елизавета. Отчетный концерт – своеобразный итог, показатель достижений учащихся. Дружными аплодисментами оценивали все выступления. Каждое из них было ярким и позитивным. Легкое волнение не мешало юным и талантливым музыкантам. Концерт прошел на одном дыхании и вызвал много положительных эмоций, оставив хорошее настроение зрителям. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибуков, Вести Карачаево-Черкесия. Всего один день отделяет нас от великого праздника. Всех с наступающим Днем Победы! Далее прогноз погоды, а в 9 часов смотрите «Вести» на карачаевском языке. Хорошего дня, праздничных выходных и до встречи в эфире. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 4-9, в горах минус 2 плюс 3, а днем 16-21 градусов тепла и местами до плюс 12. В Черкесске ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду, днем будут порывы до 14. Температура ночью 6-8, днем 19-21 градусов тепла. Меня зовут Жукова Элеонора Юрьевна. Я врач-анестезиолог-алголог. Занимаюсь диагностикой и лечением болевого синдрома, связанного с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Боль можно и нужно лечить. Живите без боли. Не терпите боль. Приходите. Клиника управления болью на базе Клиника Сити. Ставрополь. Карла Маркса 4. Современная хирургия катаракты и глаукомы в клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Выполняем операции по полису ОМС. Ессентуки, Гоголя 80. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8 938 333 92 00.
Лазерная коррекция последнего поколения в клинике глазной хирургии доктора Крылова «Окулюс Арт». Даваторцев 39А, 43, 73, 87. Рекламно-производственная компания «Магма» в связи с расширением производства приглашает менеджеров по продажам, графических дизайнеров, операторов цифровой печати и монтажников наружной рекламы. Звоните 20-100 или 20-300. Черкесск, Октябрьская, 226. Это ты в 7 лет стащил кортик у деда. Это тебе мужики со двора говорили «Боец!» Это ты никогда не боялся драки. Это с тобой. Ей везде спокойно. Это на тебя друзья всегда могут положиться. Это ты не можешь остаться в стороне. Это ты. И здесь ты, среди своих. Здорово.